Вчера в Конституционный суд республики был направлен запрос от Верховного Совета. Его цель – выяснить, насколько соответствует основному закону страны постановление правительства об оперативных мерах внешнеэкономического регулирования. Речь идет о введении офшорных сборов. Напомним, в этом году были выявлены схемы, по которым работают многие предприятия в Приднестровье. Свою прибыль от продажи продукции предприятия за рубежом оформляют на другие компании. Таким образом, чтобы их прибыль оставалась не в Приднестровье, а выводилась за рубеж. По подсчетам Республиканского банка, на счета офшорных компаний только в прошлом году было направлено 340 миллионов долларов. Правительство ввело 5% сбор от суммы перевода на счет офшорных компаний. Отметим, только за 8 рабочих дней действия постановления правительства об офшорных сборах в бюджет Приднестровья поступило 800 тысяч рублей. Остается открытым вопрос, почему именно Верховный Совет инициировал обращение в Конституционный суд. По действующим нормам это могли сделать и сами предприятия, если этот сбор их не устраивает или им сложно работать в таких условиях.